Care care se în care? Așa. Da. И сегодня у нас селфи-челлендж. Селфи-челлендж — это когда вы копируете селфи других людей, которые, например, вам прислали, или которые вы сами нашли. В общем-то, такая штука была уже на русском копе. Я такое видел. В Эндемора вроде бы оно было. А так что, ну я думаю, я такой, а почему бы и не сделать? Ты втираешь мне какую-то дичь. Это будет трындец как непросто, это... О, боже. Ладно, я сделаю даже вторую копию. Ой, я ДЦПшник сраный. Да как ты? Каждое селфи для долбанных переговоров идет такой. Ну что, ты домашку сделал? Не спрашивай. О, боже. Я не помню, кто это сделал, кто именно сделал это селф. Ну как, это не селф. Это, в принципе, копирование картинок. Вот. Но это считается селфи-делом, потому что я делаю селф. Вот! Дерзай. Господи, серьёзно? Блин! Это вообще, мать его, высший класс, я не знаю, как это. Тут прям надо вжиться в роль чувака, у которого в жизни не все в порядке. И в данный момент, в котором сделано это фото, вообще трындец, как не все в порядке. Я такое чувство, что он... Я даже не могу представить, что чувствует человек в это время, когда у него на лице такое вот... Ну ладно, давайте попробуем. Как такой шедевр? Ладно, я думаю, что я справился. Ну и как же без сына Уилла Смита? Которого считают не слишком хорошим актером. Вроде бы. Ну, я просто такой критик фильмов. Ну, вот где-то на уровне важность меня в сфере кинокритики, где-то на уровне от уссурийской улитки до нижневодной митохондрии. Нет такого. Это правда. Семён, какого хрена ты мне это написал? Да грёбаные брови, какими, блин, надо призывать Сашу Грей, чтобы узнать, как это, как их использовать правильно. Твою мать. Ладно, этот вариант был дебильным, но ладно, попробуем без рук. И типа такой, как подкатываешь к тёлочке такой, типа. Такой. А вы время не подскажете? Пожалуйста, посмотрите, какой я крутой. Серьезно? Нахрена ты кинула в меня набор ключей? Окей, движемся дальше, господи. Блин, это еще выше пилотаж, я даже не знаю, как это, я просто не... Знаете, нормальные люди пародируют селфи людей, я пародирую селфи котиков. Только не называйте, пожалуйста, это видео 50 оттенков ДЦП. Со мной все нормально, правильно? Мы платим, мы платим, мы платим.
На самом деле, вроде бы получается. Не знаю, напишите в комментариях, правда, потому что для меня это важно, напишите. Я правда не знаю. Вроде бы выходит, вроде бы нет. Ну, мне же надо как-то будет сказать своей девушке, левой или правой, о том, чем я занимаюсь на досуге. Ой, ну это вообще на все случаи жизни. Ты подходишь к девушке, и она такая спрашивает: ну чё, сколько тебе лет? 10! А мне 9. Идёт такой магазин, короче, и вспоминаете, что магазина нет. А, боже, ладно, окей. Ладно, это деби... Ладно, ну я не знаю, вроде бы получается, а может и нет. Ладно, это финальный аккорд. Это Джордж Клуни, привет. Так что не говорите, что он дебил. Джордж Клуни хорош. Окей. Не-не-не, это по-другому же. Боже. Боже мой, серьезно? Ладно, я думаю, что на этом все. Если вам понравилось, то можете поставить лайк, подписаться на канал, если вы тут впервые, ну и написать какой-то комментарий, я читаю. Также добавляйте в друзья ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм, все ссылки в описании, и вот тут даже на экране, везде, короче, ссылки. Каркарсон Данкар, и сегодня мы узнаем настоящий возраст ютуберов, потому что они все скрывают, я скрываю, все скрывают.